Так, ну вот смотри, ты признался, что ты носишь бронежилет тяжело, да, оружие там все время на одной стороне, да? От этого, конечно, идет искажение. Ну вот один шейный седьмой позвонок, вот уже видно, он пошел вправо, влево. Дальше, не знаю, тут прощупывается. Вот он. Тут вот тоже напряжение мышц опять слева. Здесь у вас нормально. Ну, а теперь... Вот это напряжение чувствуешь мышечное? Слева. Да. Угу. Спинку ровно держи. Поверни голову, насколько ты можешь, максимально влево. Угу. Вправо теперь. Медленно влево. Уже более правильно двигаешься. Но заметно все равно, ты голову запрокидываешь почему-то назад. Вот так вот неудобно, да? Теперь вот так вот поверни голову вправо. Ага, вот, не дотягивается. Видишь, вот эти мышцы пережимают, даже голова через вперед идет. Вот вперед сначала, а потом в бок. А туда поверни. А туда она сразу заваливается вот сюда назад. Видишь? Ну давай попробуем сейчас это исправить. Садись спиной ко мне, головой туда. С первого раза сразу скажу, что не всегда получится, но и даже по технике безопасности перестараться это сделать хуже. Не надо прям на 100% стараться, я вас тоже предупреждаю, прям вот со всей силы, со всей дури там вправить, что надо, да? Лучше не доделать, соблюдать технику безопасности. Вот, наклоняй голову вперед. Даже она наклоняется неровно, видишь, эта сторона пошла ниже. Вот, посмотри отсюда, видишь? Эта сторона что? Ниже, вот ухо ниже пошло, да, видишь? Да. Ухо ниже, то есть даже голова неправильно сидит. Давай смотреть, ситуация очень тонкая, неоднозначная. При этом мышцы у него расслаблены, видишь? Ну уже да, организм так. Может, он уже. Да, сколько лет ты на этой профессии? 2 года. А до этого жарко еще было? Было, да, давно было. Так, выпрямись. Расслабляем голову. Сам только не шевели. Где мы не шевели, просто расслабляем. Тут бывает тяжело именно расслабить человека. Еще раз повторюсь, если он все-таки зажимается, не расслабляется, то тоже лучше не делать. Близко мне вот сюда. Еще расслабься. Вот. Как понять, где начинается грудной позвоночник, а где шейный, знаешь, да? Где начинается грудной позвонок, а где шейный, который выпирает? Ну, шишка 7. Вот, на Насте статус 7. Ну, они могут 2. Вот смотри, как подними голову вверх. Вот. Опусти. Значит, вот он уходит. Это 7. А вот грудной уже не поворачивает. Подними голову вверх. Вот, он же неподвижный, да. Угу. Но когда он поворачивает голову, у него затронут плечевой пояс уже начинает плечо чуть тянуть. Еще раз. Расслабились. Опять же. Расслабляемся. Так, напрягся, расслабься. Расслабься. Не крути, сам голову не крути. А, вот смотри, выпрямись. Чтобы человек не съехал, да, в сторону, а мы сейчас будем давить как? В грудной отдел позвоночника вот туда, под 45 градусов. Мы с другой стороны ставим ногу, ну, это лучше на стуле, наверное, сделать, можно на столе. Вот. Плечо у нас закреплено, да? Отсюда давим под 45 градусов, и голову расслаблено. Ну, практически в сагитальной плоскости, параллельно телу, то есть, да, вот туда вот ее резко давим. Либо можно, если нас интересуют более верхние позвонки, руку поставить ребром и вот продавить те позвонки, которые выше находятся, видишь? Вот, попробуй так сделать. Ну, с этой стороны, ту ногу.
Понятно, у них штаны нет. Затягивается. Давай тогда, может, нас на этом. Да, даже его нам. Это так? Да, он должен сидеть поглубже. А вот тут... Смотри, да, вот тут под 45 градусов. Да. Сейчас вот я поставлю камеру, чтобы вам видно было. Вот верхняя рука, для нее точка опоры, вот это вот, для уха, вот это? Да, да, это. Можно прям череп снизу давить. Вот это? Да. И... Одновременно. Это давишь внутрь, вот так, под 45 градусов, чуть ли не это давит, на груди. Вот, это давит вот сюда просто? Вот нет, так. Не просто, под 45 градусов вниз. Что прям это? В грудь. Ага. А это на нее? Да, это на нее, да. Вот, да? Ага. Ну, он просто сейчас, ты понимаешь, что чайник его взял, да, это, да. Ну, давай, это взял. Ты что-то полезно держать. Почему? Сначала расслабь, расслабь, почувствуй, насколько у него расслабление. Вот этой рукой покрути, там, ну, старайся, да, его так запутать в этом вращении, чтобы он ловишь, не повторял так, за тобой, да. Иногда я делаю, чтобы люди действительно там не ловили, да, не так ждали вот этот момент. Дополнительно заговариваю ему зубы там, или там, да, прошу... Просто... Спрашиваться, не чешется коленка? Техника безопасности, то есть, в принципе, как смело люди берутся, значит, особо ему некогда выйти нон-стопом, ну, совсем вот дурь, я же не буду там вот... Не, позвонок ну, прям совсем не сдвинется. Возьмет такой, ха, там, ну, это понятно, а вот я, допустим, как бы не шибко сильный, вот у меня вот обычное движение, да, то есть вот, да. То есть вот я вот, ля-ля-ля, там, хуп, если оно... Ну, чтобы навредить, это на самом деле надо со всей дури что-то сделать. Это только там бабушке можешь навредить, у которой ну, остеопороз. Да, да, конечно. Да. А так здоровому человеку вряд ли навредишь. Но даже если что-то сместилось не в ту сторону, то это надо понять, что не надо не бояться. Коллегу убежать скорее. Обычно, кстати, пациенты убегают сразу, ой, этот врач там плохой, ничего мне не сделал, или наоборот испортил. И потом не приходит. И идет к другому, но уже там через полгода, через год. А у него все время защемлено, да? Надо просто обратиться, ну, скорее всего, обратно к этому же специалисту, да, может, он поторопился или не досмотрел. Но если челюсть повернута в бок, что надо сделать? Надо ударить, поставить его назад. Если нос повернут в бок, бывает выбитый нос, да, надо с обратной стороны вдавить и поставить назад. Также с позвонком. Человек как конструктор, да? Позвоночник, ось его сместилась, да? Поправь его, поставь в обратную сторону. Это надо просто не бояться сделать. Ну и чтобы он расслабился, конечно. Да, и расслабился, и доверял, да, да. Поэтому, вот, кстати, очень важно разговариваться со своими пациентами, с клиентами, чтобы они понимали, что процесс идет достаточно сложный, да, и неоднозначный. Не всегда бывает так все просто поставить. Теперь смотри, еще какой прием. Тебе, наверное, просто высок этот стол, да? Давай на стул посадим человека. Да. Нет, сейчас коленом просто будем опираться. Или не коленом. Давай, да. Сюда. На камеру, да? Да, вот перед камерой поставим. Садись так, чтобы это сбоку было под плечом. Ну вот так, да? Поровнее сядь. Ага. Так, чуть вперед. Вот смотри, зажимаем руки в блок, здесь замок, 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 руки, да, большие пальцы вокруг черепа, ну также можно стоять выше, 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 то есть на череп пойдем, это слишком высоко, вот так вот, я надеюсь, видно там, да, вот таким обхватом берем, забирать вот снизу. Не видно, ну, да? Сюда. Так, попробуем сюда поставить камеру. Себя чуть развернуть вот так. Вот, приседаем. Захват вот такой. Немножко так тянем. Падай на меня, падай на меня. Там уже полтора щелкнула. А вот здесь так надел. Грудью прижимаемся, допустим, к лопаткам, вот какие-то нюансы. Ну, не обязательно. В принципе, да. Лучше на себя приподнять, это если стоя мы делаем. А если лежа, то можно полегче. Ну, главное, вот чтобы, главное, чтобы не передавить. Даже подожди, держи, держи руки. Главное, чтобы не передавить, ему тут мышцы, наверное, не тянутся, да? Нет, или... я смотрю ноги, одно направление, это ну, вертикально в
вверх на себя, вертикально, да? Вертикально вверх на автомат. Второй мне показалось, что было, да? Или это так? Да, да, движение вот сюда идет. Теперь большие пальцы вот сюда и чуть пониже, вот так. Опять же, такой захват, это мы уже средний отдел позвоночника берем. Можем опереться лбом вот сюда, чтобы было лучше движение. Но так тяжело на самом деле многим сделать, поэтому просто несколько тракций на себя с выдохом. Опа. Так, встали. Не-не-не, подожди, нет, ты сиди, да я встал, и чуть поближе сядь вперед. Вот, а если идет функциональное напряжение вот тут, между лопаток, да, то берем через тряпочку или вот так вот ногу ставим повыше, не на позвоночник, а рядом, да, вот здесь. Опять же, чуть пониже, голову нагни. Вот тут сложно, честно говоря, залезть вот так вот. Раз. Все зависит от объема самого человека. Нагнись вперед, переставим под вот это плечо. Плечо и на себя, потом с другой стороны. Вот так вот. Попробуй. Не, ну первое было просто, да? Первое ты уже знаешь, да? Сюда, да? Да. Ну как знаешь, не получается у меня на самом деле. Тут опять же, как руки пройдут, вот насколько они вот плотно здесь вот. Вот они прямо, допустим, в локтевых выемках. Вот можно. Тут не угадаешь, потому что у некоторых локти. Вот так вот стыкуются сзади, это очень гибкие. Можно привезли сказать, у него идет нагрузка туда на какой-нибудь грудной или что? Идет? На грудной. На грудной позвонок. Вот так как-то, да? Да-да-да, на себя и вверх. Да-да-да. А вот этот вариант последний, это было, ставилась нога. Угу. Вот так, допустим, вот здесь вот. Да? И да. Опять. Это вот эта нога получается. А ногой ты вдавливаешь в него. Вот ты еще, кстати, только да. Ставь ногу сбоку от позвоночника. И это же ногой, да? Да, это же ногой. А я тут спиной, получается, своей, да, поясничный отдел, грубо говоря. Ну нет, ты просто его верхнюю часть корпуса на себя давишь, а позвоночник вдавливаешь в ту сторону. Так же даже да. Вот, да? Да, вот так, да. Так вот, кстати, от сколиоза тоже. А этого нету, да, туда? Это сюда? Это... Нет, нет, вот, нет, это тоже туда. Туда, туда, сюда, да. Это... Чем больше, да, он нагнется, тем лучше. Ага. Да-да-да. Вот, расслабляйся уже, наверное, замучили тебя, да? Столько экспериментов. Вот. И также можно голову повернуть на бок. Остистые, я имею в виду вот этот вот. Позвонок атлант, да, поставить. То, что мы сделали лежа, то можно сделать сидя. Вот тут он не дается, просто не дается вот сторона. Такая вот сторона. Оставь голову, положи на руку. Тоже до конца вот, проверять, покачивай голову вот так вот. Здесь, не думаю, клонс уже поставлен, да? Нет, еще не до конца. Вот. Просто ну, какие-то мышцы тянут. Это надо будет ему в следующий раз именно массажем ослаблять эти мышцы. Он вообще череп не отпускает, видишь. Лежа в этом случае было лучше сделать, потому что он больше да, расслабленно лежит, да, меньше напряжения на спину. Так. Ну, а сейчас мы попробуем нечто еще сделать. Об этом смотрите в следующих видеороликах. Не переключайтесь. И не забывайте подписываться на наш канал. Академия телесно ориентированных практик. Вот сверху написано, да. В Ютубе, во всех социальных сетях вы можете нас найти и прийти к нам на обучение массажу и мануальной терапии. До новых встреч. Поэтому я с вами не прощаюсь.